О, это. Вот я понимаю. Одна проблема, они зараза первого уровня. То есть, чтобы их одеть, мне надо, как бы это сказать, прокачать их. Шикарно. Да, видимо, придется все-таки пофармить. Тут никуда не денешься. Это слишком хороший ванзер, чтобы его упускать. Так, и, по-моему, тут где-то должен быть S-пилот. Будем искать. Разнос устраивает, кучу жрачки нашел, всякой фигни. Спрашивает, куда просрали обмундирование, неужели тоже сожрали? Ну это ж типа армия, ты чё? Походу он сам все это сожрал, а теперь спрашивает у них, кто это сожрал. Другого варианта я не вижу. Штурмовик.
Блин, алхит это прикольно. Но пихать его некуда. Совсем некуда. Подождет. Вот она, рыба моей мечты. И опять негр. Забавно. Джейми, чувак. Прости. Так, или кого я еще там могу уволить? Патрик Джинджаммер. Сесиля снести. Ну, беру пока Сесиля. Я это, конечно, слегка зря. Я Дюка теперь не найму, но Дюк мне не нужен. Привет, Смок. А мы сегодня на роботах ездим. Хотя пока разговариваем. Ну, как? А вот так. На Friend Mission 5.
Так, халявные ВРП мне не дают, что ли? Мне это не нравится. Давайте еще. Еще хочу. Питер в гиме. Я же вроде с ним говорил. А, окей. Так, посмотрим, что получится, если до 8 уровня прогрейдить тело для начала. Смотрите, 7 уровень уже держит весь эквип. Мило. Да он с таким телом еще ракетницы сможет таскать. Процентов точности, ну для пулемета нормально. Зато какая броня. А уклонение вообще божественное. Блин, надо РПшки. Блин, покраска есть. Елочка, не знаю, не нюхал. Один остался ганнер неэсовский. Печально. Но второго ганнера эсовского я прокакал. К печали. Ну, Церн. Как говорится, если совсем не втерпешь, то надо поспать. Вот, блин, АПшка или Акуроси? Акуроси, наверное.
Так, больше тут вроде бы РПшек халявных нету, хотя... Так, что у нас там на 20-й миссии? Гоша Маки, Дюк Такахаши, Ланчер Джастин Дерек. О, механик после 21-й будет доступен, что прикольно. Ну что, еще одну миссийку все-таки сюжета, или все же пойдем пофармим РПшки, чтобы полностью сет одеть. Батл симулятор обна открывались.